Привет, друзья! Сегодня расскажу вам о вырезании железобетонного парапета. Длина 21 метр, высота 55 сантиметров, толщина 20 сантиметров. Монолит. Какая была задача? Срезать его заподлицо, то есть вровень с плитой перекрытия, разделить на некие части, которые потом транспортировать с помощью рокла или других механизмов в сторону выносной площадки, которую должен был смонтировать генподрядчик, и с помощью автокрана демонтировать вырезанные части, снять с этажа, аккуратно их складировать возле здания. Вывоз в данном случае не был предусмотрен. Как мы с этой задачей справились? Мы установили стенорезную машину горизонтально в плане с нулевого реза, 800-й диск, стенорезная машина 20-ка, Hilti. Вертикальные резы сделали с помощью ручных резаков. Ручные резаки были двух типов. Сухорез DCH-300 Hilti и макрорез K4000W Husqvarna. Почему используем эти два типа резаков? Они достаточно удачно сделанные, они эргономичные, они классно режут. Понятно, у Hilti есть поддержка по сервису, у Husqvarna таковой нет, но некоторые задачи очень удобно отрабатывать с помощью воды. В режиме стройки не обязательно ее собирать. В данном случае практически все было вырезано с помощью Husqvarna. Очень быстро режет с водой. Хоть парапет и армирован, но все равно диски очень прикольно работают по этому монолиту. Пока монтировали стенорезную машину, горизонтально соединяли несколько рельсов в один. Практически сделали все вертикальные резы. Всего у нас получилось 14 частей, 1,5 метра длиной. Видим, как эти части демонтировались. Как они с помощью ломика аккуратно укладывались на поддон. Поддон вывозился с помощью роклы в сторону будущей выноски. Хоть мы и достаточно долго запускали стенорезную машину, были проблемы с подключением, не соответствовали разъемы. Не всегда сразу удается подружить стенорезную машину с электрическим счетчиком по причине того, что типа разъемы разные. Где-то 4-контактные, где-то 5-контактные розетки. Но тем не менее, до 6 часов вечера парапет был срезан, все аккуратно лежало на поддонах. На следующее утро выносная площадка была смонтирована. Автокраном мы в течение часа-полтора сняли с этажа все вырезанные части, аккуратно их сложили возле здания. На этом наша миссия закончилась. После этого еще сделали небольшую уборку после себя. Еще была одна допка, попросил генподрядчик сделать две штробы и при этом оставить арматуру для того, чтобы завязать будущий парапет. Резка была закончена в первый день, а уборка и демонтаж, снятие с этажа было закончено с 9:30 до 11 часов дня. 12 часов у нас уже не было на объекте. Из приятных моментов для меня в этой истории, прораб генподрядчика был удивлен, очень доволен качеством выполненных работ. И самое главное, скоростью. Он сказал: ребята, я не ждал, что вы за один день все сделаете. Ну вот так мы работаем по парапетам длиной 21 метр. И если у вас есть такие части бетона, которые вам нужно вырезать очень быстро и качественно, и вы думаете, у кого заказать эти услуги, так вы не думайте, заказывайте их у нас. Мы это сделаем максимально классно, быстро, качественно и за вполне адекватные деньги. Если вам нужно что-то вырезать, я не про почку, не про органы, я, естественно, про железобетон. Переходите на наш сайт, набирайте этот номер, заказывайте нас. Мы это сделаем максимально классно. Мы ориентированы на клиентов. Нам важно выполнять свою работу качественно, безопасно и в те сроки, которые нужны заказчику. Почему многие заказчики в Киеве и области выбирают нас? Потому что по соотношению цена, качество, скорость мы одни из лучших. По желанию таковыми быть, мы, наверное, первые. Хорошего всем дня. Смотрите наше видео, подписывайтесь на канал, ставьте там колокольчики. Все, пока.